Ну вот, сегодня очередное холодное утро, минус 26. Сейчас сначала заведем. Машина наверняка нормально заведется, хотя 2 дня стояла. Вон, смотрите, все тут заиндевело. На первом этапе наверняка будет жужжать стартер генератором. Вот, давайте завожу и послушаем старт. Ага, вон слышно. Ну ладно, сегодня я хотел поднять немного другую тему. Пока отогреваете, скажу пару слов. Так, это отключаем. Про необходимость прогрева и работа робота на непрогретом двигателе. Ну, в прошлый раз завели машину, кстати, да, действительно, минус 26. Завели машинку в 30 градусов. Все нормально завелось, никаких проблем. Немного она так, конечно, жестко поработала. Но это со всеми так бывает. Вот. И практически 15 минут я стоял на месте, пытался дождаться, пока появится хотя бы одно деление, то есть 50 градусов прогрева двигателя. И только после этого ехать. И в комментариях их было достаточно много. Развелась такая дискуссия, что... Не дискуссия, а даже было такое мнение, что, собственно, прогревать машину... Ага, вот. Гул пошел. Более такой насыщенный стартер генератора. Ну вот. Развелось такое мнение, что двигатели нужно... Ну, немножко завел там, грубо говоря, масло разбежалось по картеру, по стенкам цилиндров, и можно потихоньку, не давя особо тапку, ехать. Можно ли это делать или нельзя? И второй вопрос. Как будет вести себя роботизированная коробка? И пишут, что, ну, роботизированная коробка, та же ручка, что ей будет. Можно не греть, можно в любой момент ехать, и все будет нормально. Так вот, поэкспериментировав с этой вещью, я вам сейчас покажу очень такую интересную штуку. Ну вот, все равно мы уже 2 минуты греем. Сейчас я еще несколько минут погрею, стекла почищу и покажу. Пока на секундочку отключусь, но вы эту паузу не заметите. Ну вот, прошло еще некоторое время. Я, честно говоря, не засек сколько. И смотрите, сейчас вот первое движение сделаю. Так, первая передача. Видите, драйв. Единица. И начинаем трогаться. Нифига не видно, но... Немножко развернуться надо. Трогаемся, трогаемся и следим за скоростью и оборотами. Сейчас руль перестанет. Смотрите, обороты 2000 практически, скорость 8 километров в час. И я чувствую, машина не едет, она сцеплением буксует. Ну вот, сейчас немножко в горку будет, и еще усугубится ситуация. Все, дальше я ехать не буду, буду дальше прогревать машину. Не надо над ней издеваться. Открою вам. Сейчас снова отключусь, прогреем машину, и я снова покажу, что дальше происходит. Вот, посмотрите, машина чуть больше прогрелась. И уже, о, видите, меньше 2000 оборотов, а скорость 12. И сцепление, я слышу, оно меньше буксует. Но и это еще не предел. Сейчас, ага, вот она начинает вроде бы как бы зацепаться сцеплением. То есть фактически я на буксовавшем сцеплении, на непрогретом двигателе ехал. И ехал довольно много. И уже не первый раз. И отсюда возникает вопрос. Нужно греть или не нужно греть? Сейчас я остановлю машину, потому что стекла еще не прогреты. А вот поговорить можно. В прошлый раз, когда заводил машину в минус 30, я уже говорил, что было много комментариев. И среди этих комментариев, по-моему, был только один, где было сказано, что не все так просто, и мозги автомобиля связаны с коробкой. Ну, то, что они связаны, это всем понятно. То, что коробка работает не просто как обычный механик с электронным переключением. Так вот, видите, мозги, похоже, что еще и сцеплением подруливают и дают ему буксовать. Зачем это сделано, я не знаю. Действительно ли
так у всех или это только у меня, я тоже не знаю. Поэтому, если можно, оставьте свое мнение в комментариях, было бы интересно. И, может быть, нашли бы совместно какой-то, вышли бы совместно к какому-то заключению по этому вопросу. Ну что, всем пока. Поеду дальше. Вроде бы как немного уже становится видно в окна.